На территории Якутии цифровизацией успешно занимается общество с ограниченной ответственностью развития систем информационной безопасности, созданное в 2008 году. Специализируется на распространении и внедрении средств защиты информации и программного обеспечения, предоставляет услуги аутсорсинга в сфере IT-технологий. Компания «Росип» является региональным представителем производственной фирмы «СКБ Контур», основной разработчик на территории России программ для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием. Генеральным директором якутской компании «Росип» является Тамара Сергеевна Шарина, выпускница Академии государственных служащих при президенте России по программе «Государственное управление и национальная безопасность» и выпускница Московского государственного технического университета имени Баумана по специализации «Информационная безопасность». Награждена знаком отличия гражданская доблесть за трудовую и общественную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие и укрепление государственности Якутии. Наша компания развития систем информационной безопасности более 10 лет занимается цифровизацией в нашей республике в таких сферах, как государственные закупки, бухгалтерская отчетность в контролирующие органы, взаимодействие в информационных системах государства, бизнеса и граждан с помощью квалифицированной электронной подписи. Мы, как региональные представители от крупнейшего в России спецоператора связи и разработчика информационных систем СКБ «Контур», внедряем в нашей республике современное специализированное программное обеспечение, которое помогает оптимизировать бизнес-процессы и приводит к автоматизации бизнеса, экономии средств и времени. Наши аттестованные специалисты постоянно проводят семинары, обучение и оказывают квалифицированную информационно-техническую поддержку наших клиентов. Компания «Росип», являясь сервисным центром СКБ «Контур» на территории Якутии, имеет все необходимые лицензии ФСБ России для работы в сфере криптографии и предоставления услуг удостоверяющего центра по выдаче сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с федеральным законом об электронной подписи. Электронная подпись вошла в нашу жизнь в 2002 году. С тех пор электронная цифровая подпись усовершенствовалась. Если раньше было несколько разновидностей электронных подписей, то теперь для удобства бизнеса и граждан достаточно иметь одну удостоверяющую квалифицированную электронную подпись. Закупки в электронном виде по госзаказу и коммерческие, которые проводятся на электронных торговых площадках, стали принимать квалифицированные электронные подписи. Работа с банками, с кредитными организациями для передачи отчетности в контролирующие органы, для получения государственных услуг, для внутреннего документа оборота, теперь требуется только усиленная квалифицированная подпись. Это защищенный носитель RUTOKEN LITE. На этот носитель записываются сертификаты электронной подписи. Наша электронная подпись удостоверяющего центра СКБ «Контур» позволяет клиентам участвовать в торгах, работать с онлайн-кассами, вести свою бухгалтерию, а также к нему идет множество сервисов, которые помогают нашим клиентам вести свой бизнес. Компания «Росип» является партнером компаний «Аладдин РД», «ЗАО Актив Софт», ООО «Криптопро». А это оборудование для хранения ключей, электронных подписей, шифрования и расшифрования файлов, отчетов с электронной подписью. Это позволяет в оптимальный срок обеспечить электронными подписями бизнес и государственные учреждения практически на всей территории Якутии. Теперь участие в государственных закупках Российской Федерации, якутских предприятий и частного бизнеса уже не проблема. При этом программные сервисы СКБ «Контур» предоставляют комплекс услуг по обеспечению информационной безопасности, в том числе по защите персональных данных и результатов интеллектуальной деятельности. Кто является клиентом компании «Росип», практически не имеет проблем с бухгалтерским учетом. Прямая система сдачи электронной отчетности, Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Федеральную службу страхования, Росстат и другие контролирующие органы обеспечивает бухгалтерский учет и управление предприятием. При этом учитываются все изменения в российском законодательстве благодаря линейке программных продуктов «СКБ Контур». У нас есть очень хороший выход. Это контур-бухгалтерия. Есть такой программный продукт. В чем его плюсы?
это облачная бухгалтерия. То есть вы не зависите от компьютера, ваши данные, можно сказать, всегда с вами. Вы можете зайти, имея логин и пароль, да, данной программы или сертификат, вы можете зайти с компьютера, с телефона, находясь там, ну, не дома, да, не на работе. То есть это облачная бухгалтерия, она хранится на удаленном сервере. В этом ее удобство. Сама программа тоже очень проста и удобна для понимания, да, даже для тех, кто начинает сдавать отчетность. Там есть сроки, формы и всегда линия техподдержки. Даже если что-то вы не можете понять, как сделать, да, вы всегда можете позвонить на телефон горячей линии, и вам ответят 24 часа в сутки, что тоже очень хорошо. Плюс в этой программе в том, что, допустим, директор, бухгалтер, менеджер могут заходить, ну, под своими, получается, логинами, да, и паролями. То есть они могут находиться в этой программе независимо. Предусмотрено в контрбухгалтерии связь с интернет-банком. То есть у всех сейчас есть интернет-банк, да? Ну, допустим, Сбербанк возьмем. Личный кабинет, в котором мы тоже можем сформировать платежное поручение, да, и отправить его. И вот все, что мы отправляем в интернет-банке, мы можем скопировать в контрбухгалтерии, и все это будет прям видно по порядку. Платежное поручение, банковский ордер, исходящие, входящие. И программа сама видит, куда вы перевели, сколько перевели, на какой расчетный счет это, ну, поставщики, подрядчики, налоги это, да, то есть бухгалтерский учет, он в чем состоит? Вот как раз по счетам, да, все это должно заноситься. Книга учета доходов, расходов, да, ведется, кто на УСН, допустим. Можно подключить контрбухгалтерии, и ваша касса, то, что пробивается по кассе, будет отражаться в контрбухгалтерии. То есть не будет двойной работы, да? Вы пробили по кассе, взяли документ, пробили по контрбухгалтерии. Опять же, это плюс. Если вы вводите все первичные документы ваши, да, всю бухгалтерию ведете, то отчетность сформировать вообще не представляется проблемным, да? То есть программа сама это все видит, она формирует. Только если вы что-то делаете неправильно или, ну, можно сказать, не сделаете, да, что-то там, не проведете какой-то документ, тогда, конечно, она вам скажет, что вот здесь вот вам надо исправить. Я говорю, поддержка 24 часа в сутки. Это что значит? Это значит не только, что вы купили программу, да, приобрели программу, пользуйтесь ей, но что-то вам, допустим, непонятно, как занести, как, не то, что даже как занести, а как это повлияет на сумму налога, что в любом, это 100% важно для любой организации или индивидуального предпринимателя, да, то, конечно, вы всегда можете позвонить нам, проконсультироваться. То есть все консультации у нас бесплатные, и мы вам поможем, подскажем, что мы, в принципе, и делаем, да, постоянно. Завершается год, начинается пора сдачи бухгалтерских отчетов. Компания «РАСИП» готова вам оказать услуги в области бухгалтерии от частных предпринимателей до крупных акционерных обществ. В связи с вводом по федеральному законодательству обязательной кассовой техники для предпринимателей и розничной торговли, компания «РАСИП» плотно занималась обеспечением кассовыми аппаратами и программами к ним с электронной цифровой подписью. В результате открыт главный сервисный центр Республики Саха-Якутия с техническим обслуживанием и гарантийной поставкой кассовых аппаратов от официального дилера компании DreamCass. Учитывается работа с операторами фискальных данных Россельхознадзора и Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. Стала обычным делом отправка алкогольной отчетности и сверка декларации с контрагентами и поставки различных кассовых аппаратов по всей территории Якутии. При этом компании «РАСИП» удалось достигнуть эффекта одного окна. Получается эффект одного окна. Наш клиент к нам подошел, и ему больше никуда не надо идти в другую организацию, чтобы подключиться к оператору фискальных данных, например, или произвести ремонт. Мы производим полный спектр услуг. Начиная от получение электронной цифровой подписи для регистрации кассовой техники на сайте налоговой в личном кабинете, заканчивая кассовым аппаратом. Ну и услуги регистрирования, техническая поддержка, ремонт, там, гарантийное обслуживание, ну, полный спектр услуг. Вот этим выгодно отличается наша организация, потому что есть организации, которые продают только кассы. Продают кассы, но ЦП и ОФД не предоставляют. А есть организации, которые предоставляют только ЦП и ОФД, а кассы аппараты не предоставляют.
Ну, этим вот выгодно отличается наша организация. Наши клиенты располагаются, как говорится, от моря до моря. С Тикси до Алдана, полностью все районы. Сейчас компания «Россиб» ведет работу по усовершенствованию программ кассовых аппаратов с учетом расчета новой ставки НДС в 20% и продукции, принятой к обязательной маркировке табачных изделий, обуви и меховых изделий. Коллектив компании «Россиб» — это специалисты, проходящие ежегодную аттестацию по информационным технологиям и информационной безопасности, способные решить задачи любой сложности. Поэтому компания является уже опытным помощником в цифровизации Якутии и надежным партнером якутскому предпринимательскому сообществу. Цифровизация вашего бизнеса, квалифицированная электронная подпись, все виды бухгалтерского учета, кассовая техника – все это на гарантии универсального программного сервисного центра компании «Россиб». Город Якутск, улица Ленина 4/2, офис 402, телефоны 42 11 44, 42 11 33.